1 октября началась осенняя призывная кампания. Как известно, призыву на военную службу подлежат молодые люди от 18 до 27 лет, не имеющие отсрочек по учебе или ограничений по медицинским показаниям. Сегодня первые 15 юношей из Ленинского района прошли призывную комиссию. Но сначала их ждала комиссия медицинская, по результатам которой можно было выявить те или иные заболевания. Артериальная гипертония – это заболевания желудочно-кишечного тракта, такие как гастриты, дискинезии желчевыводящих путей. Ну, пожалуй, вот это наиболее часто сегодня. Однако все сегодняшние новобранцы оказались здоровыми, с незначительными отклонениями. И по завершении медкомиссии главным врачом было вынесено заключение – к военной службе годны. Многие из призывников уже закончили вузы и в армию идут осознанно. Решение призывной комиссии Ленинского муниципального района призывать в среды вооруженных сил. Повесточка вам вручается. Даниил Терентьев родом из Северодвинска и в Ленинском районе проживает всего год. В будущем он планирует связать свою жизнь с дорожно-патрульной службой. Сейчас, чтобы попасть в полицию, обязательно нужно сходить в армию. А я сам хочу получить этот опыт, так как говорится, и отец служил, и дед служил. И уже построить свою будущую карьеру. Вот и все начнется именно с армии. В последние годы ситуация с призывом на службу меняется в лучшую сторону. Все больше молодых людей хотят отдать родине свой гражданский долг. Всего до Нового года 70 человек из Ленинского района получат повестки на призывной пункт. Этот план мы, безусловно, выполним и даже вынуждены будем многим отказать в их праве отдать долг родине и предоставить соответствующие отсрочки. Заседание призывной комиссии по Ленинскому району будет проводиться еженедельно по вторникам и четвергам. 800 человек мы будем вызывать в эту призывную кампанию с Ленинского муниципального района. В отношении них будет проводиться решение в соответствии с федеральным законом о воинской обязанности военной службы. А те ребята, что получили повестки на призывной пункт сегодня, уже начинают готовиться к службе. Дмитрий Книга, Евгений Петров, Екатерина Чернышова, Видное ТВ.